видеообзорчик моего нового дивана. Вместительная тумба. Очень важно, чтобы ламели были буковые, если вы хотите, чтобы ваш диван был долговечным. Здесь хорошее крепление. Сетка пенополиуретан. Войлок. Ну, там несколько способов. Классный такой, не сильно мягкий и не жесткий. Выдвигаем. Что классно, видите, две большие ниши. Спальное место 1,60 м на 2. Тумба с настройки. Задвинули. Все очень просто, быстро. А потом собираем наполнение нашего шикарного дивана. Вот, пожалуйста, такой красавчик. Контакты замечательного человека Натальи, который сделал, оставлю в описании.